В Алматы встретили призеров Кубка Азии по стрельбе из лука. Казахстанские спортсмены привезли из Таиланда 6 медалей. Одну золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые. Чествовать атлетов начали прямо в аэропорту. Друзья и болельщики приехали встречать лучников с плакатами, цветами и шарами. Казахстанская сборная оказалась сильнейшей по блочному луку. Золотые медали домой привезли Бунет Мирзаметов, Акбарали Карабаев и Андрей Тютюн. В классическом луке наши спортсмены взяли серебро, уступив соперникам из Индии. Отличилась не только мужская команда, но и женская. Казахстанки заняли 3-е место. Кубок Азии по стрельбе проходил в Пхукете с 14 по 19 марта. В нем принимали участие спортсмены из 11 стран. Мы сначала вышли с командой Китая, Гонконг. Потом вышли с командой Ирана. Всех мы их прошли, в финале встретились с командой Индии. В финале мы их выиграли всего лишь на 1 очко. Это было волнительно, напряженно. Соперники были сильные. Все стреляют на одном уровне.